шаришь. Когда шаришь про спорт. Що сьогодні заб'єм, Клау? Давай так зразу. Ви були лідерами. Що сьогодні до матчу на папері, а що після матчу? Які в тебе враження? Ну, во-первых, какие-то концентрации не хватало, играли сонные. Угу. Никто не открывается, некому мяч отдавать. Сзади получается катать, впереди вообще ничего не получается. У нас ещё хили не хватало в защите, ну, чтобы плотно сыграть. Поэтому у ребят было достаточно пространства. Второй гол я-то вообще молчу там. Когда чувак пробегает троих, забивает в нижний угол. И мы как раз после этого чуть подсели. Но не хватило концентрации, не хватило сил. Кстати, у ребят две замены были, перебегали нас, несмотря на то, что у нас приехало 10 человек. Ну, не знаю, проиграли по делу, свое не забили. Ну, у нас не так много моментов были, но которые были, те не забили. Ну, соответственно, и счет на табло. В целом игра достойная. Все ребят, поздравляю, красавчики.
Как думаешь, скажется это, допустим, поражение на дальнейших результатах твоего коллектива? Как-то морально вы подсядете после игры или все-таки ты попытаешься как капитан наладить на следующую игру? Не то что сбор, а дух, сонливость уберешь и так далее. Нет, дух у нас по-любому останется. Мы же второй-третий тур тоже проиграли, по 8 голов пропустили. После этого выдали серию из 6 побед. Я думаю, что сейчас это тоже такой нокдаун, из которого надо просто достойно выйти. И следующий матч уже сыграть на нормальном уровне. У нас Юрия Фарм осталось. Нам терять очки некуда, если мы хотим обыгрывать ДТЭК и потом проигрывать Люксов, то обидно. Шаришь. Когда шаришь про спорт.